Всем привет! Вы попали на канал Digger Coins. Сегодня мы обсудим банкноту номиналом 1 доллар. 1 доллар США – наименьший по номиналу федеральный резервный билет. На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента Джорджа Вашингтона. На обратной стороне – две стороны большой печати США. Среднее время нахождения в обиходе одной банкноты – составляет около 70 месяцев. Стоимость коллекционных долларовых купюр России может превышать номинальную в сотни и тысячи раз. Встречаются несколько видов долларов. Старые образцы, банкноты с необычными номерами и купюры-талисманы. Самым дорогим экземпляром стала купюра 1988 года выпуска номиналом в 1 доллар, выставленная на продажу в Иркутске. Ее продавали за 350 тысяч рублей, что в 5,5 тысяч раз дороже номинала. Наиболее часто коллекционные доллары покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве и других крупных городах. Может, у вас лежит та самая коллекционная купюра?